Кадри вирішують все. Ця приказка, мабуть, буде актуальна завжди і всюди. А люди, які вміють ефективно шукати, спонукати і утримувати кадри, будуть затребувані тим більше. Основні завдання HR-менеджерів – це пошук і утримання персоналу. Справа в тому, що співробітника знайти нескладно. Важко знайти відповідну людину для даної конкретної посади. Правда, багато людей і досі не розібралися, чим саме повинні займатися HR-фахівці і що такого особливого в їх роботі. Звичайно, самі собі HR-и здаються супергероями, без яких підприємство обезлюдніє, персонал буде працювати не так інтенсивно і не так ефективно, не зможе розвиватися і реалізовувати свій потенціал, та й взагалі розбіжиться. Це найбільший страх HR-а. Дійсно, адже це вони знаходять, підбирають, оцінюють, мотивують, консультують і коучать кандидатів, співробітників та керівників. 21 вік став століттям людського виміру економіки. Якщо раніше головна увага на будь-якому підприємстві, в компанії або організації приділялася розвитку та досконаленню технічного прогресу, то зараз ставки зроблені на людський фактор. Іншими словами, сутність і ефект бізнесу визначають люди. Управління трудовими ресурсами є одним з найважливіших напрямків в діяльності багатьох організацій і вважається основним критерієм досягнення ними економічного успіху. Ефективність використання людських ресурсів в організації багато в чому залежить від діяльності HR-менеджера або навіть групи співробітників служби кадрів підприємства. Правда, багато людей і досі не розібралися, чим же повинні займатися HR-фахівці і що особливого та нового в їх роботі, на відміну від кадровиків. Програма «Ділові люди» і я, Олена Павловець. Вітаю! Секрети, як створити завидний бізнес, стати тріумфальним бізнес-конкурентом, досягти успіху компанії та самому стати затребуваним спеціалістом в своїй професії, знає Ольга Черкашина, HR-експерт, директорка з персоналу. Вітаю вас, пані Ольго. Здравствуйте. Розкажіть нам взагалі, хто ж такі HR-фахівці і чим вони займаються? Специалисты по управлению персоналом – это производные от кадровых специалистов, но с более расширенной функцией. Если кадровики занимаются у нас кадровым делопроизводством и документацией, то специалисты по персоналу охватывают другие функции, такие как рекрутинг, подбор персонала, адаптация новичков, развитие, обучение, формирование корпоративной культуры, разработка всевозможных систем мотивации, бонусации. Ну, это основные функции, и в каждой компании они могут где-то разниться. Дивіться, як давно вже стали ми називати все ж таки кадровий персонал HR-фахівцями? І наскільки поширено зараз це поняття в Україні? Сейчас границы между кадровыми работниками и специалистами по персоналу размываются. Сейчас многие компании нанимают так называемых HR-генералистов, то есть те специалисты, которые владеют всеми функциями управления персоналом. Я была у истоков формирования HR-функции как таковой и такой должности, как HR-специалист. Она появилась где-то в конце 90-х, где-то 98-2000-е года, и больше она склонялась к функции психологов. Это у нас на предприятиях были психологи, тогда это очень популярная специализация была, которые потом перестроились в менеджеров по персоналу, которые адаптировали многие методики и технологии, которые пришли к нам с Запада, в частности, с Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Пані Ольго, чи правда, що зараз сучасні HR-фахівці досить ображаються, якщо їх називають там директором відділу кадрів, наприклад? Лично с моего опыта я с этим не сталкивалась, но я просто понимаю сейчас, что, опять же, я повторюсь, чистых кадровиков почти не осталось. Может быть, государственные предприятия, которые, у которых есть только отдел кадров, там есть кадровики. И когда говорит кадровик, это очень узко специализированный человек, а когда мы говорим о специалисте по персоналу, это гораздо больше функционал и гораздо больше ответственности.
Ось є така приказка «кадри вирішують все», яка повсякчас буде популярною, мені здається. Які ж все ж таки функції покладені на HR-фахівців? Первую очередь это подбор персонала или рекрутинг. А затем можно пойти прямо по процессу. Вот, допустим, вы кандидат или соискатель. Первое, что, с чем вы сталкиваетесь, это с рекрутером, который проводит с вами собеседование. То есть это вот функция подбора персонала. Затем, если вас отбирают, вы проходите адаптацию. То есть вам назначается наставник или ментор, который вас на новом месте работы адаптирует, то есть показывает, где вы будете работать, какой у вас рабочий место, кто ваши коллеги, кто ваши начальник, какой документооборот, какие документы там нужно отнести в отдел кадров. После этого вы приступаете к работе, проходите испытательный срок, вас утверждают в должности, и вам нужно развиваться в этой компании. Соответственно, с вами уже начинает работать поле функции развития и обучения персонала. То есть вы понимаете, что вы, может, через 2 года хотите стать начальником отдела, но вам не хватает каких-то soft skills, я имею в виду каких-то качеств руководителя, поэтому вам нужно пройти курс лидерства. Либо вам не хватает каких-то технических качеств, вам нужно пройти какой-то курс по информационным технологиям. В конце года проходит, не во всех компаниях, проходит оценка, то есть насколько вы эффективны, насколько вы добились каких-то результатов за этот год, который вы проработали. И, соответственно, вам дают обратную связь ваш руководитель, что вы на своем месте эффективны. Скорее всего, вы получите продвижение по службе гораздо раньше, чем через 2 года, потому что вы очень перспективный сотрудник, которого мы всю жизнь искали. Все вот эти процессы отслеживает менеджер по персоналу и фиксирует в своих базах данных, либо в облачных решениях, которые у него есть. А взагалі можна якось, от ми зараз обговорили про те, що в сферу діяльності входить HR-менеджера, це рекрутинг в першу чергу, так? Тобто це є і наставництво, так? Що ще у нас основні такі виділити, щоб одразу, щоб всі знали, що якщо ти хочеш стати висококваліфікованим спеціалістом, ти повинен мати ось це, ось це, ось це і ось це. Ви знаєте, я, наверное... Опять же, если мы говорим о функции HR-генералиста, то это рекрутинг, подбор персонала, умение проводить собеседование. То-то коммуникативность, так? Да, коммуникабельность, аналитические способности, потому что после проведения собеседования вам нужно все-таки проанализировать, насколько тот или иной кандидат подходит под заявленную вакансию. Затем вам нужно иметь какие-то эмпатию, потому что со всеми своими конфликтами, проблемами, не так рассчитали заработную плату, не дали отпуск, либо не тогда не дали отпуск, не дали подарок ребенку на Новый год. Со всеми этими вопросами сотрудник идет куда? В отдел персонала. Соответственно, вот в этих ситуациях, которые носят скорее негативный характер, нужно иметь эмпатию, чтобы выслушать, объяснить. В некоторых случаях приходится несколько раз объяснять. Соответственно, нужно иметь стрессоустойчивость и терпение. Вот. И для HR, хорошего HR, очень важно быть позитивным и проактивным, то есть думать наперед, что нужно компании, какие люди нужны компании, в какой момент, что нужно развивать. Это, наверное, ну, наверное, высший пилотаж в HR. Ось якраз ми підійшли до наступного питання. Ось в сучасному бізнесі, в сучасних підприємствах, організаціях, ось яка роль все ж таки HR-відділу на підприємствах? Я хочу сказать, я вообще считаю это искренне, что функция HR – это стратегическая функция. На сегодняшний день мы чувствуем голод кадров, потому что, ну, во-первых, у нас очень, в связи с тем, что у нас в 2000 году было падение рождаемости, те люди, которые сейчас достигли трудоспособного возраста, их просто нет. И, соответственно, нам, во-первых, нужно перестраиваться, понимая, что у нас сейчас наш персонал это более великовозрастные люди старшего поколения, и нужно подстраиваться под них. Второй момент, почему стратегический? Сейчас мир цифровых технологий.
HR-функция трансформируется с очень большой скоростью. Но на сегодняшний день только 35% всех мировых компаний готовы к тому, чтобы перестроиться на новый цифровой лад, зацифровать многие функции HR, которые всю жизнь были традиционными. То есть, что означает зацифровать? Пояснить нам. Зацифровать. Смотрите, сейчас в мире где-то, наверное, более 7 миллиардов разных мобильных приложений. То есть, ну, например, есть функция там, кадрового делопроизводства. Ее автоматизируют. То есть у нас сейчас есть программы, там 1С-кадры, SAP-кадры, SAP Success Factors, ну, это современные такие технологии для управления персоналом. Кроме этого, разрабатывается очень много мобильных приложений или облачных платформ. Ну, то есть, смотрите, вот вы вышли замуж, и вам нужно внести информацию, ваше личное дело в кадрах. Вам цифровые технологии, чем могут помочь? Вы можете не идти в отдел кадров, там, назначать встречу, чтобы принести, распечатать. Вы можете зайти в мобильное приложение, которое есть, допустим, у вас на предприятии, и сами отсканировать, если сфотографировать на телефон, и отправить в отдел кадров, и оно прикрепится. То есть сокращение времени, увеличение эффективности, и не нужно вот этих всех лишних телодвижений. Поэтому изменение функции персонала, она стремится к тому, чтобы сократить время потраченное, улучшить ваше, больше, чтобы выделить время для вашей жизни, найти вот этот баланс работа, личная жизнь. Это экономия часу, так? Ну, это во-первых. Во-вторых, это простота решений. То есть не нужно делать то, что может быть упрощено. И в-третьих, как я уже сказала, у вас меньше стресса и больше хорошего настроения на рабочем месте. Тобто, як я зрозуміла, зараз це тільки на першому початковому етапі, так, це оцифрування інформації? Да, пожалуй, найбільш популярне оцифрування, як я вижу сейчас, це в двох направленнях. Це обучення розвитку персоналу. Многі компанії мають систему дистанційного обучення, там, де сотрудник може пройти адаптаційні тренінги, пройти доповнительне обучення, сам вибрати той тренінг, який йому потрібен, або составить план индивидуального развития для того, чтобы получить продвижение по службе. Это одно направление. Платформ онлайн-обучения сейчас очень много, и они с каждым годом все модернизируются, улучшаются, и это очень хорошо. И второе направление, которое сейчас разрабатывается, это чат-боты. Это очень полезно при массовом подборе персонала. Ну, например, вот у нас очень развита розница, у нас очень много розничных сетей. Они каждый год подбирают, я даже затрудняюсь сказать, какое количество продавцов, кассиров. И если, допустим, работают у них 5 рекрутеров, да, они не смогут покрыть большое количество соискателей. А чат-бот, он заменяет вот, рекрутера, он начинает с вами общаться по телефону, совсем не обязательно звонить, он может прислать вам сообщение, что у нас вот такие вакансии открыты, пожалуйста. То есть это автоматизировано? Да. Верно? Да. А чи не может быть так, что потом взагалі у нас все будет на автомате выполняться, и нам взагалі не нужен будет людский фактор в этой деятельности? Есть такие разговоры, что функция HR-менеджера и вообще специальность HR-менеджера уйдет в забвение. На самом деле нет. Почему? Потому что все равно вопросы, которые требуют принятия решений, которые требуют очень высокой ответственности, они все равно останутся за менеджером по персоналу. Да, можно заавтоматизировать и зацифровать любой процесс, но вот, ну, во-первых, человек, который должен создать этот бизнес-процесс, это человек, который должен хорошо разбираться в HR. И второй момент, даже если чат-бот вам подберет 10 кандидатов, последнее слово за HR-менеджером, кого брать, кого не брать. До речі, ми говорили вже про навчання. Яку освіту потрібно мати для того, щоб піти за фахом HR-менеджера? Вы знаете, вот сейчас настолько разнообразные
начальное образование, высшее образование специалистов, которые начинают свою карьеру в управлении персоналом. Но давайте остановимся на более популярном. Ну, первое — это психология и социальные науки. Подавляющее большинство, и в объявлениях на подбор менеджера по персоналу пишут высшее образование в области психологии или социальных наук. С учетом того, что функция HR становится стратегической и нужны люди, которые понимают, что такое рынок, что такое коммерческая деятельность, экономисты и люди, которые умеют насчитывать заработную плату. Страховать, так? Да, это, наверное, вторая по распространенности, второе образование по распространенности. Если вы хотите, чтобы человек был с проактивным видением, такой, знаете, визионер в управлении персоналом, то ему нужно будет, кроме основного образования, что-то дополнительное. Либо это какие-то управленческое образование, либо MBA. А якщо немає вищої освіти, але ти цілеспрямований, мотивований, готовий працювати, ідейний, креативний, можна прийти і спробувати себе? Вы знаете, я очень оптимистично и очень альтруистично к этому отношусь. Я считаю, что все-таки главное — это не образование, а желание работать с людьми. И поэтому, да, я думаю, что человек, который действительно сказал, я хочу быть менеджером по персоналу, может себя найти без образования. Тем более на сегодняшний день мы имеем очень много образовательных школ, HR школ по подготовке специалистов в области управления персоналом. Я думаю, для старта этого будет достаточно — прийти помощником менеджера по персоналу и дальше развивать свою карьеру. Для нас это вполне приемлемо. А в Украине сейчас есть попит на HR-менеджмент? Да, я так думаю, что он и будет он расти, потому что компаний на рынке становится больше, наш рынок становится более интернациональный, соответственно, нам нужны будут уже специалисты в управлении персоналом не только для Украины, но и стран СНГ и даже Европы. Соответственно, люди, которые понимают культуры разных народов, они только будут пользоваться спросом. И второй момент, у нас развивается IT-сектор, который у нас очень действительно в Украине занимает одно из лидирующих мест, является флагманом. Там тоже своя специфика, и там нужны будут HR, потому что это очень высококонкурентная среда, и здесь удержать персонал, найти правильных специалистов, Это требует высокого профессионализма от менеджера по персоналу. Дякую вам за корисну беседу. И у підсумку. HR – це відділ або ціла компанія, яка займається управлінням людськими ресурсами в організації. На відміну від класичних відділів кадрів, HR-відділи займаються не тільки пошуком і підбором співробітників і діловодством. HR відповідальні і за розробку мотиваційних схем для співробітників, премій, бонусів, соцпакетів і за навчання персоналу і підвищення кваліфікації. Важливою функцією HR-відділів є донесення корпоративної культури до працівників організації. Підбираючи співробітника, хороший HR вже уявляє, як людина увлється в колектив, наскільки легко прийме корпоративну культуру, яке підвищення кваліфікації його зацікавить і буде на благо компанії. Це була програма «Ділові люди». Я її ведуча Олена Павловець. Бажаю розвитку бізнесу, здорової конкуренції, а для цього бути мотивованими та креативними. Та робіть ставки на людський потенціал. На все добре!